А сейчас ее нужно мыть в холодной воде. То есть выливать я сейчас это все просто поменяю свой цвет обратно. Давайте продемонстрирую. Вот, наступило у нас утро. Рассвет. Очень выходной дали. Уже начали побольше давать выходные. И если вы смотрели предыдущее видео про зарплату, то есть когда дают 2-3 выходных на неделю, и зарплата идет не раз в месяц, а почасовая, то есть это бьет по карману. Ну, решили наслаждаться выходным утром, правильно. В общем, что я хочу сказать. Хотели поехать в музей Гарри Поттера, но он закрыт сейчас из-за карантина, так и не попали сюда. Ну, в принципе, полно лавок других со всякими атрибутами Гарри Поттера. И вот я приобрел себе вот такую вот чашечку Гарри Поттера. И вот еще одну. Ту я уже использую. А мне так понравилось, что решил взять еще одну и поделиться с вами. В общем, конечно, Гарри Поттер — это самая, наверное, такая английская тема, что можно себе представить. Такой, такой волшебный мир. И вот волшебная чашка Гарри Поттера, что она собой представляет. Да, сейчас я вспомню те начало 2000-х, когда типа наливаешь горячую воду в чашку, она там меняет цвет, или девочка там раздевается сразу. Ну, не знаю, ребятничество, но мне было приятно просто с такой чашечкой пить. Вот что она собой представляет. У нас такая рубочка. Все права Гарри Поттера и Warner Bros. Company защищены. Подделки. Вот у нас она такая черная. Вы видите, с гербом Хогвартса и с гербом всех четырех гильдий. Слизерин, Рингклю, Гриффиндор. Забыл факел. Ну, вот я проснулся, уже в душ зашел. В общем, сейчас принесу чайник с горячей водой, и вы увидите всю магию этой кружки, чашки. А я по размерам сразу притянул сюда баночку на 350 мл, чтобы сравнили. То есть это нормальная чашка, вот берется. Это ложка у нас чайная. Видите? Обычная чайная ложка. Для кофе то, что нужно. Она не миниатюрная, были миниатюрные, но это же нормально. Итак, друзья, вот принес чайник. Уже закипчиком воду, в общем. Наливаем нашу чашечку. Не боимся, не треснем. Вот. И ждем, наверное, секунд 30 минут. И магия начинается. Цвет и герб становится более четким, и контур его окрашивается. Здесь у нас надпись Гарри Поттер, синий и красный, то есть противостояние Гриффиндора и Слизерина постоянно на фоне герба. Герб, кстати, выполнен с каемочками, с контуром. Чувствуется, добавляет такого солидности немного, не просто нанесен такой принт. В общем, вот так вот. Не знаю, для кого-то ребятничество, мне было просто приятно попить утречком кофе с такой волшебной чашки. Камон, ребята, волшебство. А сейчас ее нужно мыть в холодной воде. Если выливать я сейчас это все просто поменяю свой цвет обратно. Давайте продемонстрирую. Наверное, это самый длинный обзор. Эту чашку раз. Вылили. Все еще держится цвет, но потихоньку. И вот смотрите. Она снова становится черная. Так вот снизу пошло чернеть. Остывать. Видно. Пойдемся к более освещенной комнате.
немного не убрано, простите, здесь уже за монтажом. А вот, кстати, мышка, за которую я говорил, которую купил в Англии вообще за 1 фунт, вот она работает до сих пор. И вот все у нас снова становится у нас черненькой, обычной. Пьем холодные напиточки, черные вот такой вот чашечки. Спасибо, что посмотрели. Это, наверное, самый длинный обзор на волшебную чашку Гарри Поттера.